Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Сейчас посмотрим офигенненький видос от Дэна с канала Chart Guys. Обязательно на них подпишитесь, если понимаете английский. Очень классный теханализ и вообще такой ламповый формат, что-то мы забыли совсем раньше, если вы помните, я переводил вам постоянно всяких чуваков в свободном режиме на этом канале, а сейчас уже стал переводить серфи на втором канале, надеюсь, вы тоже его смотрите и подписаны, ссылка в описании. В общем, навалите лайков, если вам нравится криптоконтент. И погнали прямо к биткоину и альткоинам. Что же там такое происходит? И не забудьте, что по ссылке из описания вы можете добавиться к нам в команду на Femex турнир и также на Bybit турнир. Прокликайте все ссылки, ну и погнали. Привет, криптотрейдеры! У нас есть сдвиг в импульсе, изменения в сентименте, изменения в заголовках и также в цене. Дневная смена тренда подтверждена для быков. Означает ли это, что дно достигнуто? И на что нам рассчитывать отсюда? И самое главное, что будет с альткоинами к биткоину? Я не могу вам рассказать, какие будут новости, но я могу вам сказать, какой наиболее вероятный сценарий с ценой произойдет. И знаете, новости и сентимент отреагируют уже на движение цены, а не наоборот. Знаете, когда все эти заголовки выходят с Маском, который не принимает биткоин, если у нас нету 50% зеленой энергии, бла-бла-бла, я думаю, что это никак не влияет на цену. Я думаю, что это объяснение движения цены. Посмотрите CNBC. У них всегда есть причина, по которой рынок идет наверх или идет вниз. Но это не то, как рынок работает. Это не то, как трейдинг работает. Вам не нужна фундаментальная причина, чтобы цена пошла. Так что люди просто привязывают вещи к движению цены. Итак, является ли твит Илона Маска причиной того, что мы поставили дневной повышающийся минимум и сменили дневной тренд? Нет, это не означает ничего, как я думаю. Принимает Тесла биткоин или не принимает? Это полный бред, это мое мнение, и заголовки притягивают за уши уже потом. Но мы видим, конечно, сдвиг сентимента. Кто был это? Питер Фил или кто там? Миллиардер, который сказал, что у него, что он хочет 5% аллокации своего портфолио в крипто, типа как часть плана диверсификации. И это были, конечно, позитивные новости сегодня утром, но, опять же, это все для меня вторично по сравнению с тем, что делает цена. Потому что у нас есть абсолютно ясные дневные перевернутые голова и плечи. И также, о чем мы говорили еще с вами в предыдущем видео, это то, что настроение сменялось, глядя на акции майнинговых компаний. И для меня это было более бычьим сигналом даже, чем все остальное. Итак, вот у нас перевернутые голова и плечи. Вот у нас дневное подтверждение смены тренда на биткоине. Повышающийся минимум 34600. Очень важный уровень поддержки на дневке. Мы пробили сопротивление в 38400. И пробили, наконец-то, тренд нисходящих пиков сопротивления последних трех недель. Что это означает? Да по факту то, что все, кто зашортил за последние три недели, сейчас находятся под водой, если они еще не закрыли свои сделки. И вот, стоит отметить, что акции майнинговых компаний тоже растут и показывают повышающиеся минимумы за последние недели. Это серьезное изменение тренда за долгое время. И MARA тоже делает то же самое, Marathon Digital Holdings. Так что сейчас, конечно, цена этих акций реагирует на движение биткоина, но первые сдвиги они начали показывать нам чуть раньше, чем сам биткоин на дневном таймфрейме. Итак, что мы здесь видим? Дневное изменение тренда подтверждено, и если мы отдалимся на недельку, то мы сейчас потенциально движемся к недельному понижающемуся пику, и давайте постараемся определить, какой же наиболее вероятный сценарий отсюда. Итак, предыдущий недельный максимум у нас был на уровне 59700. Теперь у нас есть наш новый лоу на 30 тысяч, и мы прямо сейчас вернулись на уровень 38,2 по FIBA, и также на ретест экспоненциальный скользящий средний. И если на этом импульс для быков иссякнет, то мы можем потенциально нарисовать недельный медвежий флаг. Нам стоит держать это в голове как возможность. Но медведям в таком случае придется показать себя, в принципе, до конца этой недели. Но это возможно, поэтому будьте осторожны. Но если быки продолжат толкать цену наверх, и дневной тренд продолжится с повышающимися пиками и минимумами, то мы можем дойти до 50% Fibonacci на уровень примерно 44 тысячи долларов. И это увеличит вероятность того, что в следующий раз, когда мы будем консолидироваться, мы уже поставим еще более повышающийся минимум в сравнении с 30 тысячами. Так что то, что мы увидим сегодня-завтра, это будет ключевой информацией, потому что если мы потеряем этот восходящий тренд на 4 часах, это будет первый красный флажок, указывающий нам на потенциально недельный медвежий флаг. Если мы на дневке потеряем траекторию повышающихся минимумов здесь, то это будет большой красный флаг.
Я не думаю, что это будет недельный медвежий флаг, но это все еще возможно. Еще один катализатор для быков — это то, что... Блин, я опять забываю имена сегодня. Я опять забыл имя. Майкл Сейлор сказал, что собирается купить биткоин еще на 500 миллионов долларов, скорее всего, на этой неделе. И у нас пока есть только информация, и опять же, очень два разных заголовка. Первый заголовок, что мы купили на X миллионов долларов биткоина, а второй был, что мы собираемся купить X миллионов долларов биткоин. Так что, как только это анонсировали, и покупка еще, возможно, не произошла, люди уже хлынули на бирже и стали покупать. Так что они повходили, и это начало двигать цену. И так что, если он решит покупать, кто знает, как он будет это делать. Может быть, он будет это делать внебиржевым способом, на OTC-десках. Или он будет это делать, как раньше, прямо на биржах по маркету, каждую минуту и секунду покупать в автоматизированной торговле. Если он будет покупать на открытом рынке автоматизированным способом, это поможет этому движению затолкать цену наверх. Потому что если я держу гигантскую сумку с крипто, и я могу помочь этой сумке расти, я могу покупать на открытом рынке, по рынку, и не париться о том, что я плачу немного более высокую цену по сравнению с тем, который я мог платить на OTC. Но зато я помогаю рынку расти. Помогаю запушить этот отскок до 50% уровня по Fibonacci. Так что еще раз, новости и заголовки, они, конечно, имеют влияние, но... Автоматизированная торговля реагирует на них, но, знаете, многое из этого не влияет. И Илон Маск вообще не влияет никак, как мне кажется. Так что биткоин отлично смотрится, часовой аптренд прекрасно себя показывает. Если мы теряем 12 EMA на часовике, мы можем отдалиться и поскальпить повышающийся минимум. Мы пока не видели консолидации, у нас тут повышающийся минимум с каждой 4-часовой свечой из этих 9 часов, что составляет 36 часов, и если этот паттерн пробьется, то мы можем ждать 4-часового повышающегося минимума. И после этого сдвига, и после этой смены настроений и разворота тренда мы хотим понимать, как выглядят эти перепроданные отскоки. И на 5-минутке мы видим, что перепроданные отскоки по RSI очень хорошо отрабатывают и забрасывают нас еще выше наверх, что является отличным знаком для быков. И вот здесь снова мы встречаем 5-минутную перепроданность и тут же отскакиваем и видим продолжение движения. Потому что быки не хотят видеть 5-минутную перепроданность, потом медвежий флаг и падение еще ниже. Так что ближайший таймфрейм показывает нам, что если мы видим 5-минутные отскоки и забросы дальше наверх на часовые повышающиеся минимумы, то это показывает нам силу быков, которые продолжают покупать просадки. График доминации удерживается биткоин быками под контролем. 48.67 — это ключевой уровень. Давайте отдалимся на двухдневке, давайте даже на трехдневке, и посмотрим на какой-то... Сможем ли мы увидеть какую-то ясность тут для альтов к битку. Посмотрите, у доминации здесь ясный low, high, повышающийся low. И вопрос, конечно же, пробьем ли мы 48.67, или мы отвергнемся и продолжим сужаться в этом диапазоне. Это вопрос на миллион долларов для всех альткоин-трейдеров сейчас, до конца этой недели. Так что смотрим внимательно за 4-часовым аптрендом. Заметная консолидация, но... Восстановление в форме буквы V и попытка перебить хай, но посмотрим, сможем ли мы удержать повышающийся минимум на 4-часовике, который потенциально покажет нам на трехдневке понижающийся пик. И все, кто торгует альткоинами, можете тоже заметить, что трехдневный таймфрейм очень важен на графике доминации. Смотрим эфир к доллару. Явно смотрится слабее, чем биткоин. И паттерн, за которым я наблюдаю, это двухдневный эквилибриум. Итак, мы удержали поддержку и движемся снова к сопротивлению в 2890. И все, что ниже 2890, это просто понижающийся пик. Поэтому это тоже возможно, что эфир останется в этом диапазоне еще на несколько недель и будет показывать понижающиеся пики и повышающиеся минимумы. Так что двухдневный эквилибриум все еще кристально ясный. И вот зачем я наблюдаю в эфире к доллару. Эфир к битку. Недельный понижающийся пик очень ясный. На трехдневке тоже. Многие альткоины сейчас выглядят похожим образом. Памп, потом большое падение к лоу, потом возврат, но не доходим до хая, и падение уже меньшего лоу, то есть сужающийся диапазон. Так что сейчас, похоже, формируется трехдневный понижающийся минимум. Я думаю, это более вероятный сценарий. Но также возможно, что будет что-то другое. Так что первое, что нам нужно увидеть, это 4-часовую смену тренда в парах альты к битку. У нас тут был хороший отскок, потом мы обратно скатились, и это должно измениться. Тренд должен смениться, то есть мы должны удержать сейчас вот эту поддержку. Вот так вот у нас есть поддержка и сопротивление.
Так что смотрим, как мы сможем развернуться на 4-часовике альты к биткоину. И как только мы найдем локальную вершину на этом движении, нам нужно поставить еще один повышающийся минимум и повышающийся максимум. Тогда мы скажем, окей, что-то изменилось, потому что этого не происходило достаточно давно. Я буду более уверен в бычьем движении, когда мы увидим очередной повышающийся минимум на 4 часах. Давайте посмотрим, как этот сдвиг сентимента продолжится. Будут ли больше позитивных заголовков? Может быть, что Индия не будет банить крипто или еще что-нибудь? Кто знает. Это все просто притягивает к цене. В основном все эти заголовки опаздывают за ценой. Ну, бывают редкие заголовки, которые, конечно, предвещают цену. Некоторые из них. Спасибо, ребят, что смотрите. Я вас ценю. Всем хорошего дня. Вечера, ночи. С вами был Дэн, Chart Guys. Подписывайтесь на Chart Guys, если понимаете английский. Очень классный канал. Спасибо Дэну за этот замечательный теханализ. Ну и подписывайтесь на Crypto Commons, не забывайте. У нас клево. Мы самый офигенский канал по крипте в ру-сегменте. Магнолия цветет. Вот еще дерево из горшка пересадил. Another 5 years, that'll be a big 15-foot-tall guy. А вот эти кусты, многие бы сказали, что их надо постричь, но мне нравится, как они выглядят, как будто вода какая-то, водопад. Короче, всем профита. So this is where all those tulips were early in the spring. Торгуйте аккуратно, не жадничайте. И не забудьте добавиться на Femex, на Femex турнир в нашу команду по ссылке из описания, и также на Bybit турнир. Прокликайте все ссылки. И увидимся в следующих видео. Пока. Got some Zinnia progress. And some flowering comfrey. But these Zinnias will be all along the driveway. They should get 4 to 5 feet tall by the end of the summer. Thank you.